Народ, помните, недавно я показывал вам ЗОЖ-ингаляторы, которые похожи на вейпы, но ими совершенно не являются. Серьезно, производители говорят, что это даже детям можно давать, ведь они совершенно без никотина. А содержат только витамины, можете сами проверить на официальном сайте. Так вот, к чему это я? Сейчас я собираюсь у тебя спросить, хотел бы ты взбодриться или поднять настроение? Или может у тебя проблемы со сном и ты бы хотел успокоиться? И сделать это можно за счет запахов. Твоему вниманию я представляю аромадиффузоры, ингаляторы и эфирные масла от компании Moxy, подходящие под любые ситуации. В чем суть? Возьмем за пример вот этот ингалятор, предназначенный для людей, кто болеет простудой, чтобы пробить нос и начать легче дышать. Для этого просто нужно поднести ингалятор к своему носу и дышать им. В составе у него перечная мята, эвкалипт, лаванда и другие ингредиенты, которые только положительно влияют на твой организм. Я заказал себе далеко не один такой ингалятор, а также вот такие аромадиффузоры. Они также полностью ЗОЖ, содержатся из органических экстрактов и эфирных масел. Но эту штуку нужно вдыхать в рот. Чуть-чуть подержал и выдыхаешь через нос, задействуя все рецепторы твоего обоняния. А еще вот такая прикольная баночка с маслом. Его можно распылить по комнате или намазать на тело, и будешь пахнуть как в массажном салоне. А заодно можно и девушке и массаж с маслом сделать. Вся эта продукция безопасна, ведь сделана в лабораториях США, аккредитованных Министерством здравоохранения.